Меня зовут Руданов Антон Игоревич, я соучредитель детского благотворительного фонда «Я расту со спортом». Я пришел в Московский институт психоанализа для того, чтобы подтянуть свои компетенции во внедрении социальных проектов. Я выбрал для этого профиль лидерства в управлении гражданскими и общественными инициативами. Я очень благодарен Московскому институту психоанализа, команде преподавателей, которые помогли мне получить конкретные инструменты, благодаря которым мне удалось масштабировать свою деятельность. Я благодарен институту психоанализа за огромное количество единомышленников, которые делились со мной конкретным практическим опытом. За время своего обучения мне удалось развить деятельность нашего фонда до 81 бесплатного детского зала по борьбе с самбо и дзюдо в интернатах и детских домах нашей прекрасной страны. Спасибо МИПу за это. Если вы хотите помогать своему городу, своей стране через социальные собственные проекты и идеи, вы можете это сделать вместе с новыми знаниями по управлению гражданскими инициативами. Здравствуйте. Меня зовут Курдюкова Наталья Анатольевна. Я кандидат психологических наук и академический руководитель магистратуры, которая называется «Лидерство в управлении гражданскими и общественными инициативами». Уже более 30 лет я работаю с лидерами страны, активной молодежью и вижу, как воплощенность этих ярких личностей помогает создавать сплоченные команды, реализовывать масштабные проекты в пределах страны и за рубежом. И в целом, как эти люди влияют на развитие всего общества. При поддержке РАНХИКС и Общественной палаты Российской Федерации мы создали уникальную программу, которая выпускает высококлассных руководителей учреждений социальной сферы, практических психологов, лидеров общественных организаций и движений, специалистов, которые способны создавать и управлять и сопровождать большие команды и масштабные проекты. Это первая в России магистерская программа по психологии, направленная на развитие социально-психологической компетентности лидеров гражданского общества. Программа интегрирует лучший российский опыт обучения психологии, менеджменту, социологии и политологии. Обучение наше проходит таким образом, что 60% учебного процесса отведено практическим занятиям. Из чего, собственно, состоят занятия? Помимо лекций, это мастер-классы от ведущих российских общественных лидеров, экспертов, политиков. А практику мы проходим в Федеральном агентстве по делам молодежи и Центре кадрового сопровождения государственных служащих РАНХИКС. В дистанционном формате вы можете принимать участие в мастер-классах, воркшопах, форсайтах, тренингах и других интерактивных мероприятиях. На занятиях изучите такие психологические феномены, как лидерство, психология влияния, групповые общественные процессы. Отработаете навыки эффективной коммуникации, управления проектами. Пройдете этапы социальной и профессиональной реализации. То есть в полном объеме откроете для себя мир социального и жизненного успеха. Кроме того, каждый магистрант имеет возможность в режиме реального времени пройти диагностику и получить персональный деловой портрет. Это усилит вашу собственную лидерскую и управленческую эффективность. Выпускники нашей магистратуры получают два диплома. Диплом магистра психологии и диплом о профессиональной переподготовке по программе «Государственная поддержка некоммерческих организаций» от РАНХИКС. Но самое главное, на мой взгляд, то, что наши студенты получают максимально прикладные знания, которые они тут же реализуют в рамках практических занятий с нашими партнерами или в рамках собственных социальных проектов.